Привет, Димон! Привет! Вы на канале Димка Лайф. Сегодня у нас какие-то новые подарки, но я их что-то не вижу. А где они? Что это за подарки? Ну-ка, показывай. Опа! Опа! Это что? Это динозавры, а это вот все Hot Wheels. Все Hot Wheels? Да, они новые. Это те подарки, которые мы тебе вот купили на днях в Радуге, да? Да. Ходили в Бубльгум. Да. Мы их, конечно же, уже открыли, посмотрели, но для зрителей специально откроем еще раз, да? Да. Пусть тоже посмотрят. Итак, у нас птеродактиль. Так. Птеродактиль, он с пещерой, то есть он прячется вот в этой пещере. Папа! Покажи его поближе, повыше. Нет, ты подними его к себе, чтобы видно было. Да? Вот так. Да. Ну-ка. Классный. Ну, пап, знаешь что? Что? Тут какая-то расписка, а тут нарисован какой-то трицератопс в лесу. Трицератопс? Да, в лесу трицератопс. Видишь тут? Ага. Там разные динозавры, то есть можно купить, попадаются. Ну вот этот птеродактиль, мы давно его для тебя искали, да, и наконец-то нашли. У него голова крутится. У него голова крутится. Класс, сейчас откроем. А теперь покажи, какие у тебя Hot Wheels, какие ты купил. Вот я купил Капитану Америку, так. Бэтмобил, ага. Бэху, отбойник и Битлз. И желтую подводную лодку Битлз. Класс. Ну давай, давай будем, что сначала, этот птеродактиля покажем или Битлз? Hot Wheels, вот это. Hot Wheels? Да, вот это вот. Давай. Так, оп, это же у нас не просто Hot Wheels, это же у нас Капитан Америка. Ну-ка. Да, это тачка Капитана Америки. Сейчас камера сфокусируется на ней. Ага. О, настоящая Капитан Америка. И у нее щит, смотри, нарисован прям да. На капоте. Да. И какие-то по бокам у него там сумки висят. Да, сумки. Да, там у него, видимо, какая-то аппаратура лежит. Должно быть. Как и должно быть? Да. Ну понятно. Там в инструкции я видел. А ну-ка дай коробочку. Марвеловская. Видишь там? Марвеловская Hot Wheels. Вон, смотри, видишь? Так. Инструкция там, видишь? А, вот здесь так и нарисовано, что должна быть сумка, да, в которой там он возит свой инвентарь. Да, так и должно быть. Прикольно. Следующее. Следующее. Что это? Бэтмобиль. Бэтмобиль. Класс, вот это моя любимая машина. Подожди, дай я покажу, подожди. А с какой это он части? Из какой? Да, я так и не показал. Дай покажу. Я сейчас прочитаю, из какой он части. Какой? Из первой. Из самой первой? Да, из самой первой. Да тут вообще написано, что это даже не из первой части, а это из сериала, который еще когда-то очень давно шел на телевидении. Папа, там еще... Видишь, написано TV series, подожди. Там еще Робин был. Робин был? Да, там еще Робин был. Угу. Вот он, TV series Бэтмобиль. Бэтмен и Робин там были. И классный. И там такой Бэтмобиль. Ну давай, открой его, покажи нам. Что интересно, он матовый тоже, да, весь? Да. Вот. Ну-ка. Вот это Бэтмобиль. У нас такого еще о, точно не было. О, там ускоритель сзади у него. Сзади ускоритель? Да. Вот он, точно. Такая интересная форма у него. Он Бэтмобиль был. Понял. Он из первой части. Эй. Очень красивая машина. И они тут, у них два места специально для того, чтобы сидел Бэтмен и Робин, да, вдвоем, чтобы они сидели. Да. Классный. У него, смотри, там еще какие-то огни нарисованы, если вот так смотреть на свет. Видишь, как языки пламени. Папа, знаешь что? Что? Это кабриолет. Да. Кабриолет. Следующее это. Какая? Бэха. Бэха? Как ты любишь эти тачки? Это настоящая BMW? Да, ты любишь такие тачки? Конечно, люблю. BMW-то вообще, кто BMW не любит? Я люблю. Все BMW любят. Блин, вообще красавица. Это вот как раз для тех наших зрителей и подписчиков, да, которые говорят, что Hot Wheels делает не настоящие модели, и поэтому они не очень. У Hot Wheels есть разные модели, и вот в том числе настоящие. Вот это BMW 73-го года. Я смотрел на... Просто красавица. Пап, я «Назад в будущее» смотрел в конце. Так.
Когда там был конец, вот такая вот машина вот была. Бэха? Да, там только серая она была. Она в самом конце была. Ну давай открывай, давай посмотрим ее поближе. Она мне прям понравилась. Открыл. О. Давай. Так. Блин, расцветка вообще классная. О, пап, а тут на Капитане Америки нарисован щит. Да, на коробке нарисован щит. Сейчас, подожди. Камера у нас опять не фокусируется. Вот. Смотри, у него на капоте написано 68. Да. Или 89. Нет, 68. А у меня на тачке, в Мустанге, вон там, там написано 706. Да, вообще, блин, классная. На Мустанге 706, а там... Не интересно, важно. Зачем у нее там две точки черные какие-то? Давай посмотрим. Не знаю. Сейчас, да, я еще посмотрю. Блин, ну вот это вообще суперская. Я что-то не вижу стоп-сигналов. Потому что она гоночная, они ей, наверное, не нужны. А они вообще-то вот тут в черной полоске, вот в этой, наверное, стоп-сигналы. На, держи. Сейчас посмотрю. Офигенская бэха вообще супер. Да, они там в полоске. Класс. Так. Следующее это. Что это? Отбойник. Так ты ее решил называть отбойник? Да, она и так называется. Ну, вообще она на воздушной подушке, по-моему. Да, она на воздушной подушке. Так. У нее сзади вентиляторы. Угу, чтобы можно было ездить по всей, по любой поверхности, и по болоту, и по песку, и где угодно она проедет. А. Вот он. Так, давай-ка мы ее рассмотрим поближе. Вот такая точила. Так, а ну-ка, упаковочку, как она называется? Hover Storm. О, это что? Отбойник, который я вчера видел. Это видео про дяденьки, про дяденьку вон того. А, в каком-то видео на Ютубе ты видел такую машину? Да, я видел. Дай, подожди, она еще не сфокусировалась. Ну-ка дай. Сейчас покажу поближе. Да, прикол. У нее вот здесь снизу воздушная подушка, а сзади пропеллеры для того, чтобы можно было перемещаться очень быстро. Папа, дай крутая я посмотрю тачка. Ее. На, посмотри. Она такая чуть-чуть смешная. Чуть-чуть смешная? И последнее это. Это у нас Yellow Submarine. Да. Моя любимая тоже. А вот тут написано Yellow Submarine. Угу. Это группа Beatles пела такую песню, у них был такой клип, да, кино Yellow Submarine. Да вот тут расписка такая вот. Ну-ка, дай я поближе покажу, прям в коробочке. Тут еще расписка была. Расписка? Да, вон, видишь? Ой, Дим, не пинайся. Там еще расписка есть. Да. Вон, видишь? Очень яркая машинка вообще. Такой цвет классный, желтый, да? Yellow Submarine. И там, смотри, вон они все Beatles нарисованы. Да. Сзади. Баб, давай. Серия из кино. Давай я открою. Давай, давай. Вот он. Угу. Красивая. Ну-ка дай. У нее там сзади тоже пропеллеры. Сейчас посмотрим. У нее сзади тоже пропеллеры, посмотри. Да, настоящая подводная лодка. Пап, посмотри сзади, что там у нее. Сейчас, сынок, подожди. Там у нее пропеллер. О, вот он, красный маленький, два штуки, ничего себе. Да? И хвост. Ну все прям как в мультике делал Субмарин, вообще один в один. Да. Классно, и тут окна такие, чтобы можно было а смотреть вот иллюминаторы. А вот тут такую песню, вот тут вот. Да, вот отсюда... Понятно. Ты уже успел посмотреть этот клип? Да, я успел. На Ютубе смотрел? Да. Классная. Вообще, она такая тяжелая. Давай я... Ой, тоже, точно. Вот это. Точно тяжелая. Теперь вот это. Теперь откроем птеродактиля. Ну-ка, давай. Давай сначала посмотрим, что он тут. Что тут вообще нам пишут про него? Вот он сам, птеродактиль. У него крутится голова, о, крылья, пап. И его убежище, пещера. Пап, хочешь я посмотрю? Тирекс. Дай сзади посмотрим, что там. Что там, какие бывают. О, там я видел. Трицераптор, брахтиозавр. А, вот он, еще какой-то тут. Птеранодон. Да, его называют так. Кого, птеродактиля? Да. А, понятно. Это Юра его так называет. Ага. Класс. Ну что, на, вот тут открывай, я тебе чуть-чуть открою. Ну, Юра на больничном сейчас. Понятно. Так, папа, открывай. Пап, посмотри, тут есть трицератопс, вот какие-то аро и
Вот тирекс и птеродактиль. Да молодец, ты всех динозавров знаешь. Да. А у тебя еще вот такой вот есть. О! А еще вот такой. Там еще один птеродактиль есть там. Еще птеродактиль есть, точно. У тебя динозавров-то тоже много. Это всем любителям динозавров. Любителям. Yes. Получилось. Там надо теперь проволочки откручивать снизу. Переверни коробку. Увидел? Да. Молодец. Так. Раскручивай. Давай я тебе помогу. Так. Сейчас мы вместе с тобой справимся. Ай! Ты чё там? Пещеру ты открыл. Пап, ты открыл пещеру. Я открыл пещеру? Да, пещеру ты открыл. Пещеру. О, она ломается, смотри. О, она разбирается. Да? Это я на инструкции видел. Она разбила. Разобралась, да. Так, на, собирай пещеру. Так. Вот он, наш птеродактиль. Все, коробку можно, наверное, убрать уже. На диван кинь. Давай. Фау. Yes. Вот она, наша птичка. Птичка? Птичка. Это динозавр, короче, а не птичка. Это не птица, а птеродактиль. Птеродактиль. Вот он такой. У него, смотри, крылья мягкие, двигаются тоже. Он вообще летать может, наверное. А вот это вот не двигается. А ноги? О, и лапы тоже двигаются. Он танцевать может. Тоже не двигается. Ну как не двигается? Вот двигается. И это двигается, все двигаются. Папа, вот такой он птеродактиль. Я не знаю, как собрать эту пещеру. Давай я тебе помогу. На птеродактиля посмотри пока. Пап, помнишь там, когда мама садила в этот... Дино Ворлд? Да, там она Мир видела Дина. Птеродактиля, и он маме говорил, не-а. Не-а. Посмотри, сейчас тоже скажу тут. Не-а. Он знаешь, почему он так сказал? Почему? Он сказал, эй, бойтесь меня. Потому что его все должны бояться. Почему? Потому что они... Он злюка, что ли? Да. Да, он всех ест. Вот птеродактиль мне больше всех нравится. Больше всех динозавров. Угу. Он очень крутой. Очень крутой. Из всех динозавров тебе нравится птеродактиль. Да. Ну, все понятно. Ну что, на этом наши покупки сегодня закончились? Все, больше не про что рассказать нам сегодня. Ничего, смотрите следующее видео, да, Дим? Да. Чего ты не смотришь на меня? Ну, после того, как мы открыли все эти подарки, будет Бэтмен и Супермен. А, в следующем видео будет Бэтмен и Супермен, да? Да. Hot Wheels. Ты очень любишь Hot Wheels, по-моему. Да, я люблю все Hot Wheels. Понятно. В общем, в следующем видео смотрите обзор набора... Супермен и с кем он там Супермен? С Бэтменом. С Бэтменом. Все. А сейчас? Подписывайся на канал Димка Лев. Пока-пока. Пока, Димон.